Кролечка. Ну где ты, кроля? Мама, наш кролик пропал. Да, я везде смотрела. Нет, дверь была закрыта. Мам, я весь дом перевернула, отодвинула все диваны, шуршала кормом. Последний раз я его видела на диване. Он спал. Потом я на секунду вышла в свою комнату, вернулась, его нет. Надеюсь. Вы опять допоздна? Ясно. Пока. Кто там? Это я. Что с тобой? Соня, что-то случилось? Я тебе сейчас такое расскажу. Заходи. Соня, у нас в городе орудует маньяк-убийца. Маньяк? Да, и очень опасный. Сегодня в новостях говорили, но подробностей пока никто не знает. Кто-то говорил, что видел человека в маске. Я не найду себе места. Это мой второй страх после кукол. Соня, мне кажется, мы не до конца одолели Пеннивайза. Ты-то поборола свой страх, а я-то нет. Я не удивлюсь, если чайки все еще здесь. Настя, так и есть. Что ты имеешь в виду? Чайки остался на свободе, потому что мой любимый кролик, он пропал. Кролик? А при чем тут кролик? А при том, Ляля перед тем, как пропасть, видел чайки у нас в доме. Сонь, ты серьезно? Ты опять начинаешь? Что? Соня, ты опять начинаешь меня убеждать, что ты якобы понимаешь, что говорит твой кролик? Но это правда. Хватит, я не верю. Настя, это тот самый подарок, который мне обещали. Вспомни мою загадочную историю и мой день рождения, когда я залезла в тот дольмен. Да-да, и после этого ты начала понимать, что говорят животные, так? Не хочешь, не верь. Ладно, смотри, что я сегодня нашла за шкафом в коридоре. О нет, убери от меня это, убери! Настя, это просто пупсик. Я была тебе лучшего мнения. Я говорю тебе, что я боюсь кукол, а ты подсовываешь мне мини-чайки? Настя, я не понимаю, кто и зачем разукрасил моего пупсика? И кто нарядил его в эту одежку? Может, ты это сама сделала? Нет, Настя, я клянусь, это не я. Кто-то превратил его в мини-версию Чаки. Может, это сделал сам Чаки? Зачем? Не знаю. Возможно, он хотел этим что-то сказать. Не зря же он его подложил. У него на ногах что-то написано. Это подсказка. Подсказка? Какая подсказка? Подсказка, как найти моего кролика. Что это? Настя, это Ляля. Это я вижу. А остальное что означает? Пока не знаю. Друзья, помогите, пожалуйста, нам найти Лялю. Пишите ваши предположения в комментарии под этим видео. Мы будем очень ждать. Друзья, в одном из моих видео «Неудачные кадры» я объявляла конкурс.
Участнику нужно было определить, из каких страшилок взяты эти неудачные кадры, чтобы он стал победителем. Название нужно было угадать без ошибок и быть самым первым. Я очень долго и внимательно изучала комментарии и определила победителя. И победителем становится Андрей Плей. Я подготовила вот такую сигну. Спасибо за участие, Андрей. Эта сигна твоя. Я очень рада, что ты так хорошо знаешь мои видео. И спасибо всем тем, кто также участвовал в этом конкурсе. Друзья, подписывайтесь на мой второй канал Непета Фэмили. Продолжение этой страшилки выйдет именно там. Всем пока! До встречи на моем канале!